На улицах Якутска появились еще три объекта стрит-арта. Молодой художник Александр Скрипа сегодня представил три новые работы. Они находятся на улице Ярославского, 15/1А, на стене рядом с Ленина 1 и на 203 микрорайоне, недалеко от 4 корпуса. Все рисунки по-своему уникальны и не похожи друг на друга. Отметим, что это уже не первые работы Александра. Другие можно увидеть в школе номер 21 у торгового центра «Столичный» и в холле Ледового дворца «Элей Ботур». Интересно, что Александр, несмотря на свой юный возраст, а он только в этом году окончил школу, сам проявил инициативу создания таких объектов. Администрация города пошла навстречу молодому человеку и предоставила несколько площадок для работы. Я граффити-художник, я занимаюсь с баллончиками, но также, как потому что отношусь к стрит-арту, мне не чужды краски масляные, фасадные и так далее. Не брезгую пользоваться кисточками. Это не очень хороший тон на самом деле. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это полезные инструменты, с помощью них можно добиваться новых высот.